Ребят, всем привет! У меня здесь такой милый пес по кличке Дан. Его спасли из неблагополучной семьи, скажем так, забрали от соседей, которым он был не нужен, и решили привести питомца в порядок и забрать его себе. Смотрите, сколько у него клещей. У нас сейчас будет большая задача. Нам нужно будет его помыть, побрить, искупать, обработать от клещей, всех этих паразитов убрать, ну и накормить этого молодого человека. Пожелайте нам удачи. Покажу потом, что получилось по итогу. А сколько ему лет? Я думаю, что он уже возрастной, около 6 лет. Взрослый парень, на самом деле, очень дружелюбный. Но вот других... это все клещи, да, получается? Собачек не любит. Да, вот на ушах, все на лапках очень много. Они маленькие. Бложки у нас. Все, в общем, в паразитах. Поэтому у нас задача такая серьезная на сегодня. Будем приводить пацана в порядок. Отлично. Все, пожелаем удачи. Стрижка у нас в самом разгаре, и смотрите, какая беда у нас тут происходит. Вот это все клещи. И мы видим места, где они сидели, с кровоподтеками. Глазами их очень много. Дали таблетку от клещей. Она через 2 часа, да, начнет работать примерно? Да, начинает работать, точно время не помню. Всю процедуру проводим под седацией, пациент интубирован, чтобы было меньше стресса. Сейчас все это дело уберем и пойдем купаться. А теперь начали водные процедуры. Вот, пациента купаем, намылила его антибактериальным шампунем. Нужно будет сейчас выдержать экспозицию минут 10, чтобы препарат впитался, потому что уже на коже воспаление пошло бактериальное из-за множественных укусов. И чтобы зуд поменьше у него был, потому что чешет очень сильно парень. Вот, поэтому сейчас 10 минут он будет находиться в шампуне. И потом мы его смоем, будем сушиться и расчесывать вот эти красивые части, которые... Какая беда у нас тут. Это все. Клещи сейчас еще покажу. И просто здесь грядами, слоем. Целые семьи сидят. Кстати, сделали общий анализ крови Дану. Именно так его зовут. Напоминаю. И общий анализ крови идеальный. Без каких-либо отклонений, как ни странно. Это хорошо. Это очень хорошо. Ой, вообще будет красавец, когда обрастет. Красивый, невероятный.